Всем привет! В общем, у нас перемены в личной жизни. Мы до конца рушим там нашу кухню. И временно перебазируемся вот сюда. Тут у нас гараж. И перед гаражом такой приделок. Ну, пол тут цивильный. Тут плиточка. Верстак мы папин определим под посуду. Сейчас мы его что-нибудь придумаем, чем закрыть. Ящики вот они уже кухонные наши повесили. Уберется сюда стол. Лавка кухонная наша, диванчик. И что мы еще? Холодильник надо сюда еще будет. И у нас здесь вот, смотрите, такие вещи висят. Такая ножовка. Пластинка. Тут что-то такое. А там кто-то рога потерял. Чьи-то понты. И вот такая еще пила. Я в детстве такую пилой вместе с мамой дрова пилила. Это я помню. Ну вот, в общем, мы переселяемся. У нас новоселье. Не знаю, правильно делаю, неправильно. В общем, вот наша разруха. Все мы здесь выломали, сюда убрали. Пока мы еще плиту оставим дня на два, но потом мы ее тоже уберем и будем готовить на электрической плитке. Сейчас пусика хочу показать. Во всем этом хаосе он выбрал мой пиджак и улегся на нем. Все. А так как он линяет у нас, то пиджак уже теперь только в стирку. Пусик. Пусик. Ой, сонный. Кс-кс-кс-кс-кс. Такое сонное чудо. Киса. Пусик. Кс-кс-кс-кс. Ну посмотри в камеру. Вот еще бы кота научить. Чтобы он в камеру смотрел. Вот он у нас такой грязный есть. А нос розовый-розовый. Пусечка. Пусюшка. Маленький. Он прямо на мои руки родился. Собственноручно принимала. Так что можно сказать, что тоже приемный ребенок. Да, пусик? В общем, вот так это все пока выглядит. Даже не знаю, каким словом это все назвать. Убого или скромно. В общем, вот так. Долго я на это решалась. Но ремонт на кухне делать нужно. А и готовить, и одновременно делать ремонт, это невозможно. Потому что ремонт у нас не косметический. Ремонт. Можно сказать, даже и капитальный будет на кухне. Ящики висят. Те, что поставили, ножки. Какие-то подставочки они тут пока поставили. Я не знаю, по какой причине. Мойка, конечно, тут функционировать у меня не будет, потому что воды тут нет. Буду как в старые времена. Мыть посуду в тазике. Что делать? В общем, очень трудно было настроиться. Завидую тем, кто все это делает с легкостью, переносит все вот эти лишения. Для меня это сложно. Может быть, если было лет 20, то и вопросов бы таких не возникало. Здесь у нас еще вообще просто... Это же я уже показывала, наверное. Там у нас вход в подвал, а там у Сергея гараж за той дверью. В общем, это у меня двор. Ну, скотины у нас нет, конечно, но называется все равно двор. Вот. О чем я говорила, да, если было лет 20, то, может быть, вот и разговоров бы таких не было. А так очень все сложно, очень все трудно. Это все нужно настраиваться. Плюс еще народу все-таки у нас много. Это ведь не перебьешься сухомятку. Детям нужно готовить, чтобы они... Кушали и первое, и второе, и компот, как
в известном фильме. Как-то так. Мы надеемся, что у нас все будет не так затянуто, как со вторым этажом. Сделаем побыстрее. Ну вот как-то так у нас с кухней. Вера, сейчас полы помоешь здесь, да? А где тряпка у нас? Так, в общем, вот все убрали. Осталось тут картины снять, часы. И когда начнем все ломать, еще уберем плиту и стиралку. Но пока они нам нужны. Стиралку мы гоняем каждый день. Плита нам тоже пока нужна. Так, и пойду сейчас сниму, что у нас там получилось. Так, и вот что здесь у нас уже с холодильником получилось. Вот холодильник мы сюда перетащили уже. Мальчишки перетащили, пока мы на работе были. Ага, там пусик у нас жует, чавкает. В общем, у нас только здесь воды не будет. И газовые плиты поставим. Вот сюда поставим, здесь ее уберем. Поставим сюда электрическую плитку. Но она на две конфорки. Пусик у нас там. Молочко и корм грызет. В общем, и не на улице, но и не дома. Что-то нечто среднее. У нас кинотеатр дома. Товарищи, помашем ручкой. В общем, мы ограничили движение детей по дому, пока мы кухню там ломаем. Никита им тут кинотеатр устроил. Там, на мониторе, на компьютере. Мультики смотрим. Какие мультики смотрим? Как называется? Кто скажет, как называется мультик? Пакджу. Да. Понятно. Лер что спряталась тут сидит? Как маленькая сидит, вместе со всеми мультики смотрит. Лер. Мама, смотри, Ладно. Пойду до кухни. В общем, все мы там ломаем, все переставляем. А дети сидят сказал, тут. Что мы будем в гараже есть. Ну, почти он правильно угадал. Рядом с гаражом. Если ты хочешь, тебя в гараже будем кормить. Отдельно от всех. Хочешь? Нет?